До начала концерта несколько минут. Солистки творческого коллектива «Горница» заканчивают приготовление и с волнением ждут выхода на сцену. Для руководителя ансамбля Ирины Оськиной Международный день музыки – это не просто дата в календаре. Это важная часть жизни. Музыка – это моя жизнь, это моя профессия. Это мое «я» в моих учениках. Но это воздух, это кислород. Как это можно сказать? Вот этим я дышу, этим я живу. Любовь к музыке и русской народной песне она прививает своим ученикам. Анастасия Кашина считает, что фольклорная песня, как никакая другая, наполнена чувствами и эмоциями. Многогранность и самобытность народной музыки помогает девушке на всех этапах ее жизни. Она мне дает настроение. Ее текст может во многом помочь в жизненном пути. Так, то есть она может опыт дать. Ну, как бы... Может и погрустить с тобой, может и повеселить, то есть поднять тебе настроение. Юные артисты старались не уступать мастерстве своим педагогам и демонстрировали высокий уровень владения музыкальными инструментами. Владимир Горняев, исполняя с педагогом русскую народную калинку, показал зрителям весь потенциал балалайки. И зал поддержал артистов аплодисментами. Скрипки, баяны, домры, народные песни и романсы. Праздничный концерт показал все многообразие талантов учеников и тех, кто прививает им любовь к музыке, творчеству и передает свои знания и опыт. Я хочу связать свою жизнь с музыкой и хочу профессионально играть и играть на сценах. Гости вечера смогли увидеть лучшие номера творческих коллективов нашего города и оценить уровень подготовки юных музыкантов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.